Вторая карта финала верхней сетки. Стоун против Проксима. Вейл оф Пнат. Проксима на счету одна карта. Готовьтесь. И каждая следующая возможный матчпоинт для него в финале верхней сетки. Давайте смотреть. Одну. Бой. Не получилось реализовать задуманного Проксима, однако идея была неплохая. Стоун разбивает ракетами и берет свой первый фраг. Позиция не очень, однако. Так, Проксима сверху сможет накалить обстановку. Эх, не залетают ракеты. Закрывается джамбыл, и Стоун сейчас на мегу без штрафа пройдет. Ну как без штрафа, в принципе. Сама мега без до этого, конечно, был. Желтый забыл. Хотел принять оппонента на рельсе, однако тот не пошел. Так, легенькие ошибки мувмента от Стоуна. Что это, ребята, усталость? Некий пятничный легенький алкоголь? Не знаю, я, если честно, но это красный для Проксима. Это красный для Проксима. Не стоит закрываться здесь. Эта позиция отдаст Стоуну весь контроль. Рельса очень вкусная, да. И сейчас надо пробивать. Надо пробивать позицию. Шафт. Ой, какой красивый фраг от Проксима. И это преимущество. И это уже 2-1. Красиво. Надо сохранить его. Галена сможет это сделать. Тем более разница в появлении основных айтемов столь велика сейчас. Превосходно чувствует себя Проксима. Однако надо не совершать ошибок. Стоун попадает и недолго осталось до... Ах. До борьбы за лидерство, ребята, все-таки. В итоге оказалось недолго до борьбы за лидерство 2-2. Так. Что же будет делать Проксима? Какую-нибудь интересную штуку или хуету? А, хуету, понял. Неужели у него есть шансы? Нет, все-таки настигл. Ракета от Стоуна и начинает душить. Петр начинает душить. Ух. Ух, дамажец. Все-таки не фатальный прошел. Есть шансы у Галены, но Стоун неплохо закрепился лидером. С двумя фрагами. Обилочка вынула все хп из Галены. Пятый фраг на счету Стоуна. Как же терпит джамбыл. Ой, как много наша... Ой-ой-ой-ой, вот это вот реализация, ребята. Ультра-скилл. Потрясно, 6-2 на счету Стоуна. 6-3. Как-то небрежно развивается событие, нет никакого систематизма. И тем не менее, интрига нарастает, что в принципе нам с вами и нужно, ребята. Чего мы в принципе и ждем. Сейчас 6-3 и... Давайте болеть за Проксима, раз уж смотрим за него. У тебя есть стэк, у тебя, возможно, есть тайминг. Хороший. Хороший, еще одну. Молодчиком, ребята, выдержанный стейк. Прям такой красивый. Три штучки сунул. Не спешил и прям, ну, качество, ребята. Когда вы остаетесь... Ладно, не буду шутить. Грубоватая шутка получится. То у нас всякая пушка хорошая и, используя
стартовый машинган, он делает свой 7-й фраг. Ну! Проксима мажет! Есть еще шанс! Но нет, ребята. Так красиво. Мансил. Боевка у Стоуна все-таки выше, чем у Проксима. Проксима, мне кажется, по позициям чуть-чуть все-таки лидирует, потому как занимает всегда более сейвовую. Ввиду некой спортивной наглости, которая как бы у любого квейкера должна присутствовать, Стоун напрягает тебя, прессует, что ли. Сюда иди, вот этот вот легенький гоп-стопец. Не знаю, что там произошло, но стека Стоуна не хватило, дабы выйти в телепорт и претерпеть тотем. Это 9-5, и у Проксима есть еще шансы. 4,5 минуты, тем более после контроля основных айтемов. Весь пул оружия имеется, надо искать оппонента, надо попадать, как-то врываться. Прям между выстрелов зашел Проксима, и стол должным образом не задамажен. Мега для него, как и 10-й фраг. Все меньше и меньше шансов. Но Проксима не сдается, красный за ним, и будут ли быстрые фраги, он отдает вот этот вот спуск на рельсу. Вроде бы хороший, что есть рельса, но позицию ты отдаешь, и потом забрать мегу. Кстати, вот циклично развивается событие. Точно так же было до этого. Стоун позиционно играет, более дефно, да? И это приносит ему плоды. В очередной раз Проксима заходит, теряет жизнь и незамедлительно делает это, да? Как мне кажется, Стоуну даже особых усилий не приходится прилагать. Чуть больше 3 минут. 6 фрагов преимущества на Стоуне, и очень похоже, что будет 1-1 по картам. Тихонечко. Пять фрагов, 2,5 минуты. В принципе, все еще реально. Надо немножко, чтобы повезло. С контролем все в порядке у Проксима, а вот с фрагами все-таки нет. Не оставляет шансов, что он выйдет. Да, красиво за спиной на 5 хп, но все-таки живой. Спасибо, что живой. Проксима все-таки не оставляет шансы и прессит. 5 фрагов, менее 2 минут, и... Хе-хе-хе. Стоун явно за плюсбэчил, но ясно. Зачем напрягаться, если можно просто плюсбэчить? Выбор всегда очевиден, ребят. Ай-яй-яй, ебучий козырек. Мне кажется, я сейчас ментально словил мысли, которые были у Проксима, и лишь озвучил их, ребят. Как радио, знаете, на частоте. Ух! Ну все, ребят, 15 секунд, 5 фрагов по 9 секунд на фраг. Ну не верю. Нет, уже нет. Тем более красный отдал. Кричит Блазковец, однако кричит это не последний истошный рык.
Ебучий козырек все именно попортил. Да, 20 секунд и явно победа за Стоуном. Рисую Петру очко. Ха-ха-ха, преимущество нет. Его очко нет. Просто очко по картам. 1-1. ГГ.